Дорогие друзья и подписчики, примерно месяца три назад я делал обзор вот на этот смеситель. Получил посылочку с сайта AliExpress, показывал вам распаковку. Вот он почти три месяца отработал и хочу сейчас дополнить. Смеситель для дачи, самое то, что надо. Носик гибкий, можно поставить любую кастрюлю, даже ведро. Три месяца проработал и никаких нареканий нет. Работает, нигде не пропускает. Здесь есть такой переключатель на душ. И цена 1200. Да, я взял за 600. Что еще хочу сказать? Я, правда, взял без подводки, но за такую цену, извините. Да. Лучше брать подводку сразу. Ну, можно и у нас в магазине купить подводку, это не проблема, конечно. Но у него все равно будет подешевле. Вот сейчас вам покажу поближе. Такой смеситель вращается во все стороны, изгибается как хочешь. Здесь есть такой переключатель, переключается на душ, короче, для дачи самое оно, можно и в квартиру. В квартиру можно, конечно, и подороже, я взял подороже. Так что ссылочку на смеситель я вам оставлю под видео. Кому надо, заказывайте. Главное, носик такой гибкий. Можно без этой насадочки использовать. А можно с этой насадкой. Так что кому надо, заказывайте. Ссылочка под видео. Оставлю вам ссылочку на EPN кэшбэк, чтобы вы могли возвращать часть денежных средств, затраченных на свои покупки. А также в блоге оставлю вам ссылку на партнерку EPN, чтобы вы могли зарабатывать, размещать свои партнерские ссылки в интернете, в своих блогах, в соцсетях и тому подобное. Вот, кому надо, заказывайте. Всего вам доброго, до свидания, удачи вам.